И всем привет, дорогие друзья, с вами Захар, и сегодня я покажу вам, как скрафтить робота в Soul Knight, даже без взломки, хотя у меня и взломка. Итак, сначала нам понадобится инженер, затем мы идем к обломкам. О, кстати, покупаем это, и вот это. Вот видите, поврежденный робот. Для того, чтобы нам починить его, нам понадобится инженер, которым я сейчас играю, и 20 батареек и 20 деталей. Самое простое, самое тяжелое в том, что 20 батарей собрать очень тяжело, и они очень редкие. Итак, давайте же все-таки его скрафтим. Посмотрим на его характеристики. Робот. Тебе нужен... Ой, какой он миляха! Вы посмотрите на него! Ой, господи, я сейчас расплачусь! Тебе нужен внешний аккумулятор? Так, ну давайте-ка выйдем. Новая игра. А, вот он наш робот! Так, давайте прокачиваем его. Вот так. Электрическая перегрузка. Непрерывно бьет ближайших врагов электрическим током. Увеличение числа электрических ударов. Ого. Так, ну давайте-ка попробуем за него сыграть. Я вот буквально за него поиграю пару минуточек. Кстати, нужно собрать урожай. Все, пойдем. Я вот буквально немножечко поиграю. Просто посмотреть на его характеристики. То есть, я так понял, у него лазерка, это очень хорошо, и так суперспособность. О, вау! Вай-вай-вай-вай-вай. Воу! Ничего себе у него способность. Я, как всегда, болею, поэтому извините сразу за голос. Ой, так. Вот у нас есть судья, да? Давайте испытаем. Реально больше лазерка становится. А-а-а, help! Да, я выжил. В общем-то, что я еще хотел показать вам в роботе? В общем-то, все. Но может еще поиграть чуть-чуть роботом? Конечно, поиграем. Мне же не сложно. Та-та-та. Знаете, самое интересное в том, что лазер...